Новые требования в отношении криптовалютных контрактов опубликованы финансовым регулятором Евросоюза, Европейской организацией по ценным бумагам и рынкам. Инвесторы обязаны вносить 50% от суммы контракта из собственных средств. Первоначально предел кредитного плеча был зафиксирован в размере 5 к 1, что позволяло инвесторам начинать сделку с 20% стоимости контракта на разницу цен. Теперь при открытии проекта инвесторы должны иметь достаточно средств для покрытия не менее половины стоимости контракта. Торговые платформы должны регулироваться и проверяться в соответствии с европейским регламентом рыночной инфраструктуры.